Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют рост заболеваемости гриппом в связи с возвращением детей на учебу после каникул. Школьники вышли с каникул, и в ближайшую неделю мы ожидаем подъем заболеваемости, связанный именно с детскими организованными коллективами. На данный момент ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях на территории области не введено, но эта мера достаточно эффективная, мы ее применяем. Применяем ее по мере поступление информации из образовательных учреждений. Как только дети отсутствуют от 20% по списочному составу, принимается решение о приостановлении образовательной деятельности. Управление Роспотребнадзора совместно с Минздравом Нижегородской области держит под контролем готовность лечебных учреждений к приему больных с гриппом. Сегодня специалисты побывали в городской инфекционной больнице номер 2. Они проверили, насколько подготовлен персонал в части диагностики и лечения гриппа, и проанализировали обеспеченность больницы противовирусными препаратами, аппаратами для искусственной вентиляции легких, а также медицинскими масками. В нашем учреждении развернуто 116 коек и 4 реанимационных для госпитализации больных гриппом, ОРВИ и пневмониями. Все острые больные контагиозные госпитализируются через приемный покой. Приемный покой – это боксированное отделение. Все больные госпитализируются индивидуально через отдельный вход, что исключает контактирование с другими пациентами учреждения. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области призывает родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы и детские сады. Артемий Катков, Алексей Калякин. Время новостей.